за гранью реальности, на пределе возможностей. Сильнейшие пауэрлифтеры планеты, невероятные веса, преодоление силы земного притяжения, новые страницы в летописи европейских и мировых рекордов. Все это «Битва чемпионов». Турнир «Битва чемпионов» проводится по отдельным видам без экипировочного пауэрлифтинга. Это значит, что спортсмены выступают без специальных бинтов и страхующих приспособлений. Только сила и энергия атлетов. Первая «Битва чемпионов» состоялась в 2010 году. Труд организаторов, вознамерившихся сделать лучшее в своем роде состязание, не прошел даром. Дебют получился сверхудачным. Грандиозное выступление живых легенд пауэрлифтинга, тяжелой атлетики и силового экстрима, сопровождаемое великолепными результатами, заставило говорить о себе и профессионалов, и любителей силовых видов спорта по всему миру. Я так скажу, что лучшего турнира я нигде не выступал. Неважно, чемпионат мира, Кубок Титанов, организация просто. Я доволен. То есть давали все максимально, чтобы люди подымали. Это лучший турнир из всех, какие вообще я знаю, мне кажется. Лучше него еще пока. В ближайшие лет 5 ничего не придумать. В 2011 году турнир уже включен в официальную программу празднования Дня города Архангельска. Мэрия столицы Поморья стала соорганизатором соревнования. В 2012-м отдельные призы для победителей учредило уже правительство региона, влившись в дружную команду «Битвы чемпионов». Команду единомышленников, сплоченную идеей вывести турнир на новый, доселе невиданный уровень. Ребята создают принципиально сильный, сильный бренд для нашего города. Бренд мирового уровня. Свидетельством тому сотни тысяч человек по всему миру, которые следят за прямыми трансляциями с помоста «Битвы чемпионов» посредством интернета. Профессиональные форумы забиты сообщениями и восторженными отзывами о турнире, как самих спортсменов, так и сопричастных к силовым видам спорта людей и простых зрителей. Спасибо всем, кто подарил нам, зрителям, этот праздник. Еще раз спасибо. Такого еще не видел. Надеюсь, в следующий раз съездить и посмотреть вживую. Организаторам и участникам турнира огромное спасибо. Лучше придумать было бы сложно. Что и говорить, молодцы. И организаторы, и спортсмены. Шутки шутками, а подобные турниры большая редкость. Побольше бы их. Это нечто. Такого зрелища видеть еще не приходилось. Спасибо организаторам, спортсменам, всем, кто участвовал в организации битвы. Все было просто супер. Спасибо за турнир. Было очень интересно. Все 5 часов смотрел, не отрываясь. Реально захватывающее шоу. Впервые был на битве чемпионов. Такой организации еще не видел. Супер шоу. Андрей Федосеев сделал чудо. Битва чемпионов получила широкую известность и за рубежом. Видео с подходами участников турнира иностранцы выкладывают на популярный во всем мире сайт powerliftingwatch.com и обсуждают их выступления. О признании битвы одним из ведущих турниров говорит и тот факт, что состав его участников не ограничивается европейскими атлетами. В 2012 году в Архангельск приехал многократный рекордсмен мира, американец Брэндон Касс. Своей подготовке к состязанию он даже посвятил специальное видео. У нас в Америке существует множество федераций, поэтому и всевозможных чемпионов с избытком. Но я уверен, что именно на вашем турнире собрались действительно спортсмены мирового класса. Потрясенный уровнем организации состязания в Архангельске, Касс пообещал на следующий год привести уже целую команду атлетов из США. Ежегодно битва чемпионов получает широкий резонанс в средствах массовой информации. Ясно почему. Год от года улучшаются и без того запредельные результаты. Расширяется круг участников и поклонников как турнира, так и пауэрлифтинга в целом. Здесь организаторы стараются создать все условия для спортсменов, чтобы те устанавливали рекорды. Вот, то есть, как бы, были соревнования, да, много соревнований различных в России существует, но там я себя чувствовала, ну, как сказать, если не чувствовала, желанным гостем, как здесь. Зритель пусть смотрит и учится у таких ребят, как надо, какими надо быть и как надо работать. Скажите, пожалуйста, как вам битва? Отлично. Что с тобой понравилось? Большие красивые мужчины, наверное. Это же слабость женщин. Мечты сбываются? Конечно. Подняли там сильно. Я бы так не смог.
Битва чемпионов делает огромный вклад в популяризацию спорта. Вы еще подумайте о тех мальчишек, сотнях мальчишек, которые вживую увидят этих чемпионов и придут завтра в зал. Они, значит, не пойдут куда-то в подворотню, к бутылкам, к наркотикам, а придут именно в зал. И вот это вот тоже большой фактор. Битва чемпионов завоевала право называться ведущим турниром в своем роде. Впрочем, существуют ли еще в мире состязания такого рода? Битва чемпионов Форелла. Этот турнир – результат труда сотен людей, команды профессионалов Лиги силовых видов спорта, ее друзей и надежных партнеров, которые помогают ставить рекорды. Тех, кому не безразличен спорт, для кого понятие «здоровая нация» – не пустые слова. Вместе с легендарными спортсменами и они вписывают свои имена в историю спорта высших достижений. Вы можете стать частью этой дружной команды. Присоединяйтесь. Подготовка к новой битве чемпионов уже началась.